Яковлев Андрей Пахомович, полковник запаса, бывший корабельный летчик. Ну, вообще-то не бывший, потому что это на всю жизнь. Работы с нами не проводилось никакой. Ну, понятно, государство образуется, надо было бы объяснить, как все. Ну, так надо, так получилось. Это не наша вина и не наша заслуга в этом. Но вот принимать присягу тяжело. Тяжело, потому что это в крови уже. Мы вот как-то не замысливаемся о том, что нас как-то, ну, принимали присягу при Советском Союзе, вроде бы это была формалистика, вроде бы. А я скажу, руки дрожали. Когда взял лист, и руки дрожат. Не просто так второй раз присягнул. Хотя я знаю, это народ тот же. Я присягнул тому же народу. Те же люди, те же моя мать, отец здесь покойник. И все мои родные, все здесь на Украине. Я отсюда, жена, все мои корни. Но это очень сложно для офицера. Это, я даже не могу сказать, как выразить это все. Это сложно принимать, тяжело. Хотя я знал, что это нормально, так и должно быть.